Добрый день, сегодня боксинг, и это Скьюб, Скьюб от Циклан Бойс. Этот Скьюб я не собирался покупать совершенно, поскольку есть у меня X-Men, он меня полностью устраивает. Да, вышел Ао Ян от компании Мой, его я тоже не покупал, поскольку я не скьюбер. И опять же, X-Men меня полностью устраивает. Но мой сын увлекся головоломками, мои ученики некоторые тоже захотели собирать скьюб, и я решил выбрать какой-нибудь скьюб, ну, бюджетный, чтобы было его не жалко. Перебрал то, что у меня есть. Это отвратительный скьюб Гуан Лонг. Не знаю, может, мне так не повезло, но гадость полная. Совершенно небюджетный скьюб от Мою, который мне не очень понравился. Ну, мне кажется, слишком слабенькая здесь фиксация. Ну, кто это такой, чтобы судить? Скьюб от Чи, который чуть подороже. И скьюб тоже от Чи, но бюджетный. Которым сейчас собирает моя жена на соревнованиях, у него выпадают уголки. Хотя, ну, ничего плохого в нем нет. И тут я вспомнил, что все-таки есть Циклан Бойс. Пришло время делать очередной заказ в магазине головоломок. Я заказал несколько таких скьюбов. Давайте посмотрим, что это такое. Выглядит скьюб вот таким образом. Никакой он не вогнутый. Всяких каких-то особенностей. Такая вот небольшая инструкция тут есть. Наверное, полезная коробочка без изысков. Стандартно Циклан Бойс бюджетные головоломки. И вот сам скьюб. Цветовая схема, наверное, ближе всего к Мою. Да, практически однотипная, может, чуть посветлее. Логотипчик Циклан Бойс, который напечатан. Необычно, достаточно быстро стирается. И этот скьюб магнитный. Вот я сразу ощущаю, что магнитики здесь посильнее, чем на скьюбе Мою. И это уже хорошо. Ну, как бы я привык к форме X-Men. Немножко непривычно. Вот так вращается. От меня вы не увидите здесь профессиональных техник сборки. Все чисто метод для начинающих, которым я до сих пор собираю на соревнованиях. Ну, как бы пока там секунд 13. И вроде мне этого пока хватает. Но я думаю, не тренирую. Ну и как бы что. Достойная альтернатива недорогим скьюбам. Почему бы и нет? Я даже еще раз перемешаю. Картинки с строением привожу, разбирать точно не буду. Фиксируется, крутится приятно. То есть крутится легко и контролируемо. Покрутил я в городе Сергач на чемпионате на скрамблинге скьюб под компанией Мою. Вот такой достаточно интересный. Ну, Ао Ян. Не знаю, покупать нет, но, наверное, пока нет. Пока мне это ни к чему. Вот, я думаю, мой сын и жена должны оценить такой скьюб. Вполне неплохая бюджетная головоломка, к тому же магнитная. Почему нет? Циклан Бойс. Пусть будет. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.